И всем привет, друзья, вы на канале Мистер Лумин, с вами Ромчик. И сегодня у нас обзор пака. Обзор пака грузовиков, сделанный Тимеем и Сенчесом. Если прочитал неправильно, извиняюсь. Ладно, не будем томить, приступим к обзору. Тут есть три вкладки в этом паке. Вот, именно грузовиков. Дальше вкладка тягачей и, ну, тюнинг и запчасти для грузовиков. Также прицепы. Тут его немало. Так что давайте приступим. Сразу возьму так это то и вот это. Вот, вот так вот возьмем. Заспавним мы сначала вот такой КамАЗ 5460 рестайлинг, 65-115 черный. Сейчас приступим чуть-чуть. КамАЗ мастер и КамАЗ 5460 спортивный для кеноблока. Ладно. Вот такой вот. Вот такие тут КамАЗы. Давайте начнем с вот этого сразу. Выглядит, ну, красиво. Объективно красиво. Также что? Они могут показаться огромными. Но в соотношении с пропорциями, так-то они правильные, но для Майнкрафт персонажа они огромные. Ну, не огромные, они большеватые. Ну, а так, они правильные пропорции. Пусть если посмотреть по всему. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, красивый. Открывается, так, подкапотное пространство. Оно сделано вот такой вот текстурой. Там вот идет радиатор и остальное. Также вот оно открывается. Двери, салон, уютненько. Сейчас звук чуть потише сделаю. Вот так вот. Все тут вот кнопочки. Вот, руль крутится. Звук двигателя. Педаль нажимается. Коробка передач. Ручник. Ручник мы посмотрим. Он работает. Да, ручник вот поднимается, опускается. Так что все хорошо. Он ездит. Дым идет откуда надо, потому что, как я понимаю, выхлоп... А, нет, он почему-то идет отсюда. Или... Да, вот первый баг. Не тут надо прописать, а вот тут вот. Тимей на заметку. Дальше. Садимся, все хорошо, он ездит, но скажу одно, звук странный. Ну, тут просто нужно подобрать правильно звук, но это не сильно критично. Так-то. Также вот, как мы видим, работают поворотники. Работают сейчас фары, включим фары, поворотники. Вот, все работает. Лучше сделать день, так как в Emergency Vehicles, ну, ночью фары они вот так вот странно светят. Вот все, мы видим, работают, светятся, и сверху эти... Я забыл, ну, представим, маячки, но это совсем не маячки. И также вот эти вроде как тоже светятся. Или нет? Ладно, на него можно поставить, я сейчас уточню. Тут вот есть разные кузова, есть ламинат, крышка аккумуляторного блока. Ладно, давайте посмотрим. Кузов, подушка. Ладно, подушка нам не надо. Вот еще кузов. И все вроде бы. Можно поставить сюда вот такой вот сортиментовоза. Цементовоза. С бревнами. Вот такими красивыми. Вот можно увидеть вот эту веревку, леску. Чуть-чуть проходит она через бревна. Также вот кузов с натянутым тентом. Вот так вот выглядит. Внутри, конечно, нету, но со стороны выглядит очень даже красиво и неплохо. Ладно, давайте приступим. КамАЗ самосвал. Вот такой вот классный, красивый. Но, сейчас мы откроем дверь, сядем. Тут поднимается кузов. Да, прикольно. Нету, я забыл, как называется. Вот гидроцилиндр. Тут вот есть открытого и закрытого кузова. Но вот так выглядит странно чуть-чуть. Но Тимей и, как я понял, Сенчес обновляет этот пак. И так что баги будут пофикшены. И будет все красиво работать. Ну ладно. Все красиво, прикольно. Дальше идет вот такой вот КамАЗ. Ну, как бы КамАЗ Дакар, как я понимаю. Открываем. Опа. Тут хитбокс почему-то сверху. Странно чуть-чуть. Тут уже руль другой. Он быстрый, на больших колесах. Ну, крутой. Классный, проходимый КамАЗ. Прикольный. Так, тут у него ничего. Тут все. Ну, сделано красиво. Объективно. Выглядит неплохо, классно. Сзади вот фары, все. Дальше идем. Идет вот такой вот КамАЗ. Ну, выглядит объективно очень красиво. Очень красиво. Это как на базе экватора. Тут вот такие наклейки. Монстр, руль. Чуть-чуть надо координаты чуть поправить. Странно крутится. Но если нет, то не сильно критично. Тоже. Вот так вот все ездит. Тут уже другой руль, как мы видим. Другие колеса. Но тоже прикольно, красивый. Тут дым уже идет сверху из вот этих двух труб. Очень даже классно. Все, давайте посмотрим дальше. Мы посмотрели вот эти КамАЗы. Ну, в принципе, которые тут были. Идем дальше к следующей вкладке. Следующая вкладка — это тягачи. Сейчас возьму все. Вроде как я понял, тут их 5 разновидностей, поэтому сейчас вот поставим мы уже вот тут вот. Идет у нас сейчас 5460, 5320. Это вот 5460 рестайлинговый, а это просто 5460. Также 5415 и 5415 белый с черным капотом. А, во! Ну, очень даже классно.
выглядит красиво, как бы на любой вкус, хочешь новый, вот такой, хочешь старенький, покатайся на таком, хочешь новый, но не совсем прям новый, вот такой, и вот такие вот на выбор. Очень даже красивые и прикольные. У них, как я понял, все так же открывается капот, все такое, поднимаются кабины, вот. Вот так вот со звуком, все хорошо. Можем увидеть двигатель, остальные части. Как так? Коробку передач ты не захватил вместе с кабиной. Тоже надо подправить. Ну тут, как я понял, все вот точно так же, да. Так что вот, баги будут исправлены. Все классно, интересно. Вы скажете, ну это тягачи, как бы, для прицепов. Но тут есть прицепы. Как мы видим, их тут немало. Сейчас давайте вот тут поставим. Бензовоз. Нефаз, еще один нефаз, нефаз уже другого типа, полуприцеп, еще полуприцеп и полуприцеп. Вот такой прикольный нефаз, также вот как из дальнобойщиков и цистерна, вот, ну бензовоз. В общем, давайте мы возьмем, допустим, вот тебя, ну чисто для одного прицепа возьмем. Давайте, ну вот этот пусть прицеп возьмем, мы для, как, сравнения, чтобы понять, точнее. Так, все, прицепили. Трейлер прицепился. Все, он прицепился. Можем ехать, снимать ролики, дальнобоить. Ну, в общем, красота. Как по мне, прикольно, классно, красиво. А, тимей. Исправляем тоже. Да, вы можете увидеть, что да, много ошибок. И тем более, пак этот платный. Но он обновляется, не забываем. Поэтому все будет классно, красиво и круто. Также, ну, вроде бы я все в основном показал. Мне очень нравится вот этот КамАЗ. Он, ну, прям мой фаворит. Ну, потому что мне такая модель именно нравится. Ну, давайте посмотрим дальше. Тут еще есть вкладка GSF тюнингом. И тут вот много всего интересного. Тут и вот есть, как мы видим, разные бампера. Сейчас мы возьмем. Ну, вот эти брать не будем. Я не знаю, так, сюда можно поставить. Вот, да ё-моё. Вот такой вот мы можем поставить. Также сейчас, если мы поймем. А, вот сюда, все, понял. Можем вот такой вот. Можем вот такой вот. Даже на старый КамАЗ прицепить вот такой вот бампер. Выглядит странно, но все же так можно затюнить. И будет выглядеть, ну, неплохо. Главное, можно подобрать. А, сюда только одна подходит. Грустно. И сюда, как я понял, тоже только одна. Да, только одна. Обидно, но красиво. Красиво, это классно. Дальше что у нас идет? Бензобак. Ну, как бы, я не буду показывать, но тут вот. Ну, я видел у какого-то из КамАЗов, вот аккумуляторы стоят, открывается вот эта крышка, вроде бы, если я ничего не путаю. Дальше вот идет бензобак, можно вот дополнительный, мы видим, бак для бензина поставить. Также каркас безопасности, но это для КамАЗа Дакар. Ну, вот это вот, вот там уже стоит. Также вот коробки, их можно поставить в кузов, главное его сначала найти, либо можно в прицеп. Или нет? А, нет, я не до конца понял. Если что, напишите в комментарии, куда их ставить. Также, ну вот как, пассажиры. Мы можем открыть дверь и посадить куда-нибудь пассажира. Тоже прикольно составит компанию, ехать ни одному не скучно. Вот, ну, давайте посадим сюда Санчеса. Вот, да ё-моё. Ну, в общем, вы поняли. Вот, вот так вот красиво. Также тут вот двигатели. Также рисунки можем поставить, как мы видим, вот так вот все красиво и интересно. Кому как нравится, так можно и поставить. Также идут флажочки. Давайте куда-нибудь. Во, как в настоящем КамАЗе, в настоящем тягаче. Дальше идут вот гидроцилиндры, которые я показал. Разные колеса. Каркас безопасности. А, это уже в обычный КамАЗ можно поставить. Но я не вижу смысла в этом, потому что, ну, как-то наоборот, вид портит. Но хотя вот так вот, как вид для тюнинга, неплохо. Пары на каркас безопасности. Это, видимо, нам вот тот КамАЗ идет. Спойлер на крышу. Статуэтка, шторы. Так, кузов не надо. Ладно. Мой, вот, спойлер вот такой вот на крышу. Красивый. Дальше статуэтка. Тоже прикольно. И шторы. Вот, прикольные, красивые шторы. В общем, вот. Как по мне, пак очень прикольный. Стоит 770... Стоит 779 рублей. Как по мне, неплохо за такой пак. При том, что как бы вот все баги, но он обновляется и исправляется. Так что не беспокойтесь. Ссылку на Тимея, ну, его дискорд я оставил в описании. Пишите ему насчет пака. Ну, а что, все, обзор подошел к концу. Спасибо за просмотр. Всем пока.